В Афипской спортшколе номер 1 прошло первенство Северского района по прыжкам на батуте, посвященное 75-летию победы в Великой Отечественной войне. На первенстве присутствовал олимпийский чемпион по прыжкам на батуте, председатель Федерации Краснодарского края по прыжкам на батуте Александр Москаленко. Он пожелал всем участникам высоких результатов в спорте, а главное не останавливаться на достигнутом, развивать свои способности. В борьбу за первые места вступили юные спортсмены из Новороссийска, Краснодара, Кропоткина, Брюховецкого и Северского районов 2005-2013 годов рождения. Всего в первенстве было разыграно 14 комплектов медалей. Наши спортсмены удостоились 8 наград, в том числе 2 золотых медалей.